86-летний Алексей Резванов вспоминает, как в 1942 году в его семью пришло горе, похоронкой вместе с медалью за отвагу и удостоверением, пробитым пулей. Только место захоронения отца указано не было. Более 60 лет Алексей Федорович и его мать искали заветную могилу. В прошлом году Алексей Резванов получил приглашение в Псков. Как выяснилось, именно там захоронили отца. Но денег на дальнюю поездку у пенсионера не было, и тогда он обратился к властям. Денег у меня не было, я не смог уйти. Обратился в Путину, чтобы на дорогу дал денег. Дудки. Обратился, понимаете, сюда к Назарбаеву. Дудки. Вот так вот. И я написал президенту, короче, Германии, написал письмо, чтобы она помогла. Вот посмотрим, что будет. Я хочу сопоставить наших и ее. Если она поможет мне билет купить. Пенсионер поведением наших чиновников возмущен, ведь на деле все пышные фразы о поддержке ветеранов и о памяти подвига в его случае оказались лишь пустым трепом и показухой. Только языком ляскают и так далее, и так далее. А толку с них нет никакого. Вот только словами и вот этой буквы, и все. Почтенный возраст не позволяет ждать. И в этот раз на 9 мая Алексей Федорович твердо решил, что на могиле отца побывает обязательно. Ответа от канцлера Германии Ангелы Меркель пока нет. Но пенсионер уверен, что именно она поможет сыну советского солдата побыть на могиле отца, защищавшего свою родину от фашистских завоевателей. Но Алексей Резванов грешит на почту. Мол, может процесс пересылки письма и затянуться. Потому он решил перестраховаться. Ну, пока деньги не пришли, еще неизвестно, будет ли, понимаешь, деньги вышли или нет она, поможет мне или нет, не знаю. Я заложил гараж. За гараж и машину Алексей Федорович выручил 2000 долларов. Аккурат ту сумму, которая необходима на перелет до Пскова и обратно. Сын погибшего под Ленинградом героя Федора Резванова отправился склонить голову над могилой и почтить память отца и всех павших в той великой войне. Какая страна откликнется на просьбу пенсионера? Наверное, та, где героев чтят и помнят всегда.